Здравствуйте. Сейчас, пока готовится следующий номер, я, в общем-то, наверное, даже не стоит объявлять. Вы все узнали «Ронда а-ля Турка» Моцарта. Так, сейчас у нас более привычный, более камерный вариант исполнения на нашей любимой всеми гитаре. Так, пока, ребята, пожалуйста. Значит, пока ребята у нас готовятся, я хочу вам сказать, что два слова. Сегодня у нас не совсем обычный концерт, и поэтому у кого, если возникают вопросы в зале, вы в виде записочек или еще как-то, можете нашим исполнителям задавать. А сейчас послушаем дуэт. Thank you.
прозвучала соната Скарлатти, а теперь квадромана венесуэльский вальс.